во времена, когда боги жили среди людей, а люди по силе и могуществу пытались сравняться с богами. На пороге неба, до высокой звезды, полночь крутою погас. На пороге неба верным ставят кресты, так им легче дышать. У нас в студии солист группы «Алиса» Константин Кинчев. Клип на его песню «На пороге неба» уже стал визитной карточкой этой картины. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей гламурной Взаимно. Студии. Спасибо. Вы вообще встаете рано? Я встаю поздно. Ну, вы богемный образ жизни ведете, нет? Ну, потому что я, в принципе, не имею нормированного рабочего дня, поэтому встаю, когда пожелаю. Наверное, вы чувствуете какое-то такое неудобство у вас, образ жизни? Да Ропись, нет, а девочка у вас взрослый сын, да, сколько лет? 20, 19 и 15. Угу. А кто из них увлекается театром? Ну, Маша учится на третьем курсе ГИТИСа на театровическом факультете. Угу. Вот младшая собирается тоже. А вот клип, который мы сейчас видим, извините, на плазме, кто-то из ваших близких принимал участие в съемках? А речь идет о клипе к фильму «Волкодав»? Да, да. Нет, никто не принимал. А вы сами этот фильм смотрели? Нет. А вы в курсе, что это в жанре фэнтези фильм? Я в курсе, я сценарий читал. В общем, сценарий мне понравился, поэтому я согласился участвовать в совместном проекте. А клип где снимался и кто его снимал? Режиссера звали, по-моему, Карен, а снимались мы на Мосфильме. Да. А в каких интерьерах такой интерьер? Ну, в декорациях самого фильма. То есть декорации какие-то очень дорогущие. И даже Мосфильм, по-моему, оставил их для себя, чтобы дальше как бы с ними... То ли как музей, то ли будет продолжать с ними работать. А где вы сейчас живете, Константин, на даче или в Москве? Сейчас в Москве живу. Я обычно живу на даче с апреля по ноябрь. А зиму я коротаю в Москве. А вообще у вас напряженный сейчас график? Вы, ну, как обычно, ездите, выступаете? Ну, да. Насколько напряженный? Волка ноги кормят, поэтому... На последнем концерте дочка спела впервые песню. Не впервые. Не впервые? Нет. А как вы относитесь к тому, что она этим снимает? Она у меня на сцену вышла, по-моему, лет в 7 первый раз. Угу. Вот так время от времени появляется. А чьи она песни поет? Мои, конечно. А свои? Свои пока еще не поют. Спасибо большое, что пришли так рано. Мы продолжим утренний информационный канал буквально через секунду.